Вот что за погода с утра пораньше? 7:20. А мне сегодня нужно очень много работы сделать. Ну это просто капец. Я не знаю, сейчас как все затопит. Так, нужно быстро руки помыл. С утра все. Ладно, выбежал. Ничего страшного. Дождь, не дождь. Ничего страшного. Работа есть работа. Так, по-быстрому. Хоть что-нибудь. Сейчас как, ну, реально. Ай, ладно, сейчас быстренько мы соберем все по-быстрому. Ну уже, давай. Так, что у меня вообще есть? О, здорово! Привет, Ники. Я сейчас это чуть-чуть занят. Ты работаешь. Как у тебя дела? Так, отлично. Отлично, хорошо. Слушай, помоги мне, пожалуйста. Забери посылочку. Я прям не успеваю. Сейчас дождик все затопит. Просто будет капец. Так, я не помню, что там. Вот так вот. Ты не против, нет? На, забери там. Хорошо, у меня как раз нет дел. Да, забери, пожалуйста, посылочку. Я сейчас. Ты скажешь там Ярику посылку, он мне отдадут. Охране отдадут. Да, спасибо большое. Я вот это дойду. Сейчас, это нужно забрать. Сейчас реально все испорт. Весь урожай. Сейчас весь урожай просто пойдет вообще непонятно куда. Я переживаю, потому что я ответственный. Мне дали задачу четко справляться с урожаем. Это очень важно. Без урожая не будет денег. Без денег не будет развития нашего супер поселка. Чистого, прекрасного поселка. Так, хорошо. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Ну, здесь как-то. Вот как раз видно, что здесь вот не дела. Вот совсем не дела. Совсем не дела. Так, это что, еще нет? Я вернулась. Да, что ты? Стоп! Ники! Чего? Ники! Подожди, Ники! Вот я же посылку прислал, ты чего? Да, я понял, Ники, ты видела? Посмотри в зеркало! Что с тобой? Ты заражена, Ники! Слушай, заражена, где? Не верю! Я тебе говорю, ты заражена, Ники! Так, быстро! Быстро! Я сюда. Не верю! Сейчас! Не верю. Ники, я тебе говорю, ты заражена! Ты бьёшь! Быстро, давай! Быстро! Что? Еду! Это неправда, это ложь, не верю! Я тебе говорю, ты заражена, Ники! Нет. Почему не разрушается? Ну уже бегом! Есть, все, бегом! Нет! Чтоб тебя с тобой, Ники! Нет! Так, сейчас, быстро! Нет! Вирус в городе! Нет! Куда закрылся? Отстань от меня! Да! Чтоб тебя, ты уже здесь, что? Чтоб вас! Куда я попал? Нет! Нет! Чтоб тебя! Нет! Чтоб с вами! Ну все, Ярик, ты попал! Почему я попал? С чего это я попал? Спаси меня! Хотя нет, не, я не знаю. Нет, полжизни уже. Чтоб с вами. На. Что тут происходит? Выпусти меня. Что у тебя? Что случилось? Все нападают. Ярик? Что случилось? Опа. Ты заражена, не подходи ко мне! Ярик? Не подходи! Ярик! Ты врёшь! Я не хочу тебя больше знать! Как я не вру? Да подожди, ты что? Нет, убери! Ты что? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Убери! Я думала, мы с тобой друзья! Какие друзья? Там мы с тобой! Так, подожди, помоги! Ты же неправильно делаешь! Что ты делаешь? Я думала, мы друзья! Я тебе помогала, ты мне помогала, думала, все хорошо. Это тайный сундук. О, неплохо. Неплохо. Что? Мы с тобой друзья! Мы с тобой друзья! Только подожди! Не, убери! Так, убери у меня из пушка, убери, я сказал! Ты меня будешь пушкой будешь запугивать? Пушкой? Да! Убери лаву быстро! Я не заражена! Ты заражена! Тебе нужна помощь! Ты не заражена, я уберу лаву! Тебя нужно закрыть! Тебе нужно закрыть и лечить! Очень долго и нудно, потому что ты на самом деле заражена настоящим вирусом! Я не заражена! Ты заражена, я тебе говорю! Нет. Я тебе говорю, ты заражена! Нет! Я тебе говорю! Это неправда, я не заражена! Ты заражена, посмотри на себя, чтоб с тобой. Так, у меня нету, так, есть лук. Я тебе говорю, ты заражена. Не заражена. Чтоб тебе, на.
Я тебе говорю, ты заражена, посмотри на себя, ты же сейчас весь город заразишь! И всем кранты! Нет, вода, вода, тихо, тихо! О, чтоб тебя! Чтоб, что ты делаешь? Помоги я мне! Я не заражена, это не, этого не может быть, я соблюдаю все! Ты соблюдаешь, но видно посылка пришла! А, чтоб тебя! Так, давай выбраться, выбраться! Я не могла выбраться, это никак, это невозможно, нет, даже не пытайся! Да посмотри на себя, серьезно, ты сейчас всех заразишь! Тебя вирус, который уже поглотил все твое тело, сейчас... Сейчас тебе кранты будет, серьезно! Ты, я тебе могу помочь, да не стреляй ты, хватит! Я могу тебе помочь! Нет, я не заражена, это неправда, я не верю! Но это правда! Это неправда! Это правда! Тихо. Неправда! Я тебе говорю правду, не подходи ко мне. Правда. Не подходи. Это неправда. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Не подходи. Это неправда. Это ложь. Ты врёшь. Нет. Нет, подожди. Не, да. Подожди. Я могу тебе помочь. Блин, где мое зелье? Черт, я его выложил. Так, так. Так. Потуши себя, возьми водички, возьми водички, потуши себя, успокойся, успокойся, все нормально. Главное, главное, успокойся. Я не заражена. Но посмотри на себя, Ники, это правда, ты заражена. Я не смогу тебе помочь, пока ты не примешь эту информацию. Ты врешь! Молчи, ты врешь. Нет, я не вру, но просто мы так не спасем наш поселок, мы так все погибнем здесь. Пойми! Так, что мне делать? Что мне делать? Знаешь, я думала, мы друзья. Я думала, ты мне поможешь, а не будешь просто убегать. Так я думала, все будет прекрасно, и мы заживем. Так... Наш город просто засветет. Но ты сбежал. Ты просто сбежал, как последний трус. Я не сбежал, у меня выбора нету, я хочу жить. Что? И раз уж ты так уверен, что я заражена, так пусть нет. Таковым и будешь ты! Нет, 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 подожди, не подходи, не подходи! Я же да. Сейчас заражен! Да, буду. Не подходи, не подходи! Нет! Нет, не прошу! Да. Он уже сейчас поглотит меня! Это вирус! Ну что ты делаешь? Отойди! Чтобы ускорить процесс, я тебе помогу! Не-не-не, не надо! Что ты делаешь? Нет, нет, нет! Нет! Прощай, Ярик.